Привет! У тебя скоро соревнования? По батутам готовишься? Давай, готовься. Ты растяжку мне показывай. Шпагат давай. Вся прекрасная растяжка давно убежала в лес, да? Зато у Алисы прекрасная растяжка. Поперечный. Нарисовала, садись. П. Нет, на животик. На животе. Спину прогни. Thank you.
Что вы там делаете? Я на Вереславой полезу. Сегодня на весь день кот. Кот? Угу. Они в школе там. Вел, тебе 3 годика, что ли, не могу понять. Так, значит, а что бы вам придумать? Та группа у нас начинала с Тулуников. Можно просто вернуться до Батута? Нет, не себя. Все вы смеете. Кошка здесь. Кто кошка? А, кошка? Кто принес кошку? Я. Она сама кошка. Понятно. Что делаем? Легли на спину. Смотри, нашли. Да, два. Подход 20 раз. Второй не. 20 раз, говорю, подход. Да, первый подход можно делать. Насколько? 20 раз 20 подходов? Делай нормально. Сейчас пятый. А надо скупить. Женя, сначала складка, потом группировка. Ну? А ты сделал сначала группировку, а потом складку. Да. 10 раз так делай. Чё ты валяешься, как колбаса, Назар? Посмотри вон, как Женя делает. Ты не опускай ноги на землю. Ну, Вереслава. Не ложись просто на спину. Сначала складка, потом группировка, а ты наоборот делаешь. Ноги свои не поднимай руками. И группировка что такое? Нормально надо делать. Как? Не поднимай ноги руками, нужно дотянуться до пальчиков на ногах. Вот, группировка нормальная. А какой перекат-то, а? Когда ты перекатываешься, не надо коленями касаться, не касайся коленями. И не ложись вот сейчас. Смотри, делаешь отжимание, делаешь одно, ну, потом прыгаешь ногами вперед так, чтобы ноги встали ровно между рук у тебя. Нет, еще? Не могу. Ну да как не можешь? Сядь на корточку. Да. Да. Ну так ты далеко ушагаешь. Назад ногами, да. 20 таких раз. Да. Между рук, чтобы еще дальше. Между рук ноги должны. Ну да.
Потом назад. Ну? Ну? Только отжимания надо сделать. Аккуратнее там сзади дети. Вань, ноги должны между рук встать. 20 раз. Милислава, ноги между рук. Дальше надо ногами. Елислава. Вот. Что-то уже получше. Алиса то же самое. Между рук. Между рук должны ноги встать. Между рук. Я не могу ближе. Как не можешь? Я села. Не могу я ближе. Это Максим. Подожди пока. Не торопись. Что-то ты даже не устал. Я... Я все равно скажу. Задышал.